Привет, друзья! Таблица обзор на BoxMod E1 от компании Sigilei. Это BoxMod на одну батарейку на 80 Вт, модель 2018 года, ценник low. Ссылочка будет в описании. Подробнее мы все это дело, как все выглядит, посмотрим на столе. Ну и переходим на сайт, там лайки ставим, подписываемся. Поехали! Три раза у нас Sigilei. Чтобы вы уже точно запомнили, E1 модель, изображение, в этом цвете у нас будет внутри, если будет другой цвет, будет другой, собственно, другая фотография в том цвете, в котором будет внутри. Сзади у нас есть комплектация, есть спецификации, есть 18-21+, возможность проверки на оригинальность на сайте производителя, защитный слой, плюс голограмма, ну короче, защитили как могли. Вскрываем. Внутри нас ждут бумажки, много бумажек. Есть инструкция, инструкция есть на английском языке. Есть также русский язык у нас. Внутри у нас лежит сам BoxMod. Ну, собственно, и USB кабель. Данный мод производится в 5 вариантах цветов. Это типа черно-серый, синий, стальной, желтый и красный. Высота данного бокс-мода у нас 85,5 мм. В этом месте у нас 25,5, в этом месте у нас 35,5 мм. Рассчитана на одну батарею 18650, максимальная мощность 80 Вт. Зарядка у нас 5 вольт 2 ампера, поднимает от 0,05 до 3 Ом. Ну и, собственно, все. Сверху у нас стальной коннектор, латунный подпружиненный пин. Все, в принципе, достаточно качественный коннектор. Хорошо сделан. Ну, здесь у нас цинковый сплав и покраска. Что касается самой покраски, это, в принципе, из серии К2. Ну, если кто не знает, я вам сразу скажу, что покраска очень качественная, хорошая и очень долго ходит. Вообще, в принципе, данная линейка... Ну, данная серия, не говоря будем о плате, говорим по корпусу, да, то есть очень качественно сделаны, и в принципе данные корпуса, там есть софт-тач покрытие, они ходят очень долго и не облазят, ничего с ними не происходит. Внутри у нас вот эта часть пластиковая, красная часть вмурована в черную, здесь у нас магниты, магнит у нас здесь зашит, он один, тут также есть направляющие. Мод, хоть и кажется, да, тут металлический цинковый сплав, здесь кусок железа, но он достаточно легкий именно из задней крышки, которая сделана в пластике. Эта часть не выглядит там бешено дорого или супер качественно, но в принципе все в пределах нормы. Вот здесь есть какой-то софт-тач покрытие на пластике. Ну, в принципе, приятно его очень держать. Давайте ставить батарейку. Батарейка у нас минус... Вниз плюс вверх, если по стандарту. Здесь у нас кнопочка плюс-минус, USB зарядка и кнопочка Fire. Кнопки сделаны из пластика все, и вверху, и внизу. Кнопка очень удобна. Ну, скажем так, нажимается очень хорошо, приятный клик. Ну, пятикратное нажатие у нас включение-выключение. Здесь загорается Sigilei. Почему не Фучай, тоже непонятно. То у них Фучай, то у них Sigilei, то у них какой-то Сига еще там. Плюс-минус регулируется данный формат. Отображение на дисплее у нас ваты, заряд аккумулятора. В принципе, как в 213, ну, похоже, по крайней мере, вольты или как в К7. Ну, это вот, скажем, родственник К7, ближайший. Точнее, К7, R7 от компании Фучай, ну, той же Sigilei. Сопротивление, вольты, которые подаются, амперы, которые подаются, и вольт заряд аккумулятора. Что, в принципе, Фучай так отделяет, или это выделяет по отношению там, к конкурентам. Плата, в принципе, норм. По разрядке тоже норм самих аккумуляторов. От 0,05, ну, это достиглось благодаря прошивке. Может быть, поменяли элементную базу. Когда-то была у платы от 0,1, ну, сейчас... Может, улучшили элементную базу и сделали возможность поднятия от 0,05. Есть такая прикольная штука, как вы видите, ну, конечно, здесь ничего не отображается, да, то есть вы, в принципе, видите, сколько вот 4 вольта заряд аккумулятора. Вы нажимаете на кнопку, у вас 3,8, то есть он вам показывает реальный ток вольтаже, ну, в вольтах, который подается на атомайзер. Ну и, соответственно, просадку аккумулятора при нагрузке. Что здесь еще есть?
Три раза нажимаем. Здесь у нас есть Power. Титан 316, никель 304, 317 у нас по нержавейке. Плюс-минус нажимаем. А Fire и минус нажимаем. Ничего не происходит. Fire и плюс у нас есть. Также здесь преднагрев. Включать я его не буду. Там вы можете выставить мощность, выставить секунды. Ну, как-то так. Добавляется в плюс или в минус. Но от текущего непосредственно показателя. В принципе, по этой модели все. Кому подходит? MTL 1, дрипки на одну спираль 2. При той цене, которая сейчас есть, в принципе, любой первый мод good. Просто good. Хорошая, достаточно проверенная плата, отходившая много и долго. Очень хорошая покраска, очень хороший корпус, как я и говорил. Достаточно небольшой вес и очень прикольная посадка в руке. То есть вот в данном формате под те же самые там 22 или 24 атомайзер вполне годно. Кстати, по 24 атомайзер. Давайте посмотрим. Ну, это в принципе касается МТЛ-ников, да, 24-й, тот же Берсеркер 24-й. С весом нет. То есть 24 посадка здесь по максимуму. То есть 25-ю здесь уже так ставить не очень. Может быть, здесь есть чуть-чуть вес, но я думаю, что эстетически никто от этого не умрет. Ссылка на данный товар есть, будет в описании, так что переходите. Рекомендую. До новых обзоров, ребята. Пока.